Всевышний граду Константина землетрясение посылал, и Гелеспонская пучина, и берег с грудой гор и скал дрожали, и царей палаты, и храм, и цирк, и гипподром, и стен городских верхи зубчаты, и все поморье кругом, по всей пространной Византии, в отверстых храмах Богу сил обильно пелися литии, и дым молитвенных кадил клубился, люди страхом полны текли, перед Христов алтарь, сенат, синклит, народа волны, и сам благочестивый царь напрасно вопли и моления Господь во гневе отвергал, и гул и гром землетрясения не умолкал. Тогда невидимая сила с небес на землю не зашла, и быстро отрока схватила, и выше облак унесла. И внял он горнему глаголу небесных ликов «Свят, свят, свят!» И песню ту принес он долу, священным трепетом объят. И церковь те слова святые в свою молитву приняла, и той молитвой Византия себя от гибели спасла. Так ты, поэт, в годину страха и колебания земли носись душой превыше праха и ликом ангельским внемли, и приноси дрожащим людям молитвы с горней вышины. Да в сердце примем их и будем мы нашей верой спасены. Спасибо, с праздником всех!